Не знаю, с чего начать. Я сопровождал жену на кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Она там занималась прессой. Смотри, это Филипп. Я обожаю его стиль. Просто шик. Да и поехал я с ней только из-за своих подозрений насчет ее интрижки с одним кинорежиссером. Мы сегодня попотели. Это все ты. Ты просто прекрасен. Признаюсь, мне было несколько неловко, что Сью проводит весь день с Филиппом. Я утром Сью встретил. Сначала показалось, что мешаю какой-то парочке. Вдруг смотрю, это же твоя жена. Как приехал сюда, мой разум играет со мной шутки. Я начал сомневаться абсолютно во всем. Чего я хочу? Кто я, черт побери, такой? Филипп просто сказочно играет на бонгах. Впечатляет, правда? Не меньше, чем высадка Нила Армстронга на Луну. Стресс часто испытываете? Мой брак разваливается. Можно честно? Мой брак – это сплошная боль. Стоять, что он меня понял? Извини меня, Жас, ради бога. Ты кто такой? Просто друг. С Филиппом я снова чувствую себя женщиной. Страстной, желанной. Наверное, надо выложить все карты на стол. И сколько у тебя еще карт? В чем смысл всего? Это все, что есть, или есть еще что-то? Всех ответов иногда лучше не знать. Психолог уверяет, меня влечет только к тем, кто причинит мне боль. Я знаю, ты спала с Филиппом? Никогда. Только... однажды. То есть, дважды. Эта поездка на многое пролила свет. Появилась возможность переоценить многие события своей жизни. Я понял, что наделал ошибок. Так, вам есть что сказать мне после всего того, что я вам наговорил? Фестиваль Ривкина. В кинотеатрах с 31 декабря.